Лена, почему бы вы лично себе купили программу Detox 21? Напоминаю, это моя программа, которую я использую. Знаете, почему я бы ее себе купила? Я ее себе регулярно покупаю, потому что я в ней живу. Каждый день я просыпаюсь и я иду на пробежку. И я вас приучу, может быть, ходить на прогулки, не обязательно на пробежки. И перед этим я использую барбулятор для лимфы, потому что я знаю, что моя мышечная активность в любом случае поможет самым обездоленным жидким средам в моем организме, а это венозная кровь и лимфа, подняться, вернуться. Кровь вернется в сердце, лимфа вернется в подключичные пространства, потом упадет в венозную кровь, и у меня будет вот этот обмен. Но я могу каждый день помогать, я, собственно говоря, каждый день помогаю. После нагрузки у меня будет возможность ловить токсины, которые лимфа отдала. Я делаю это каждый день, потому что, ну, я очень хочу в любом возрасте выглядеть хорошо, двигаться хорошо, иметь красивую походку, функциональное тело и никогда не задумываться о том, что это тело мне чего-то не может позволить. Вот это, собственно говоря, программа лимфоочищения. Но у нас есть еще понятие «ладошка красоты». Или ладошка здоровья в программе Detox 21. Напоминаю, это программа, которая длится всего лишь 21 день, но я надеюсь привить вам большое количество полезных привычек. Так вот, в этой ладошке здоровья, как я ее назвала, обязательно витаминный продукт. Если вы привыкнете, то у вас никогда не будет дефицита. Обязательно коррекция психоэмоционального фона. Сейчас кто-то живет вне стресса, да? Да, вы мне рассказываете, что у вас нет стресса. Вот. Обязательно в ладошке красоты помощь своей системе переваривания пищи тоже абсолютно, вот, ну, абсолютно каждому нужно и так далее. И что еще есть в этой программе? В этой программе есть пищевая пауза. На самом деле у меня достаточно длительная пищевая пауза. Я замещаю, или можно называть ее коктейльной неделей. Я замещаю коктейлем один прием пищи, это у меня завтрак. Но так сложилось в связи с внутренним настроением моего организма. Но мы в программе выберем для вас, когда эта пищевая пауза возможна. Почему возникла коктейльная неделя, почему я ее использую, применяю? Потому что большое количество людей говорят: Лена, вот если бы у тебя была какая-то такая программа очищения, чтобы с голода, прям с голодом. Многие люди думают, что голод – это и есть детоксикация. Нет, друзья, нет, нет и нет. Но многие люди понимают, что если сделать пищевую паузу, то 2-3 килограмма, может быть, даже 4 слетит. Большое количество людей хотят, чтобы слетело эти 2-4 килограмма. Вот, я с вами согласна. Поэтому я, конечно, разрешаю голодать на суточной норме белка и основных витаминов и минералов. Поэтому у нас с вами будет коктейльная неделя, но один прием пищи обязательно должен быть твердый. Вот, это все будет описано в программе, вы с этим сможете ознакомиться и идти вместе со мной. Вот, а вдруг вы привыкнете не к полной пищевой паузе, да, на одном приеме пищи, на двух приемах пищи, и у вас будет один коктейль. Привыкните, потому что вы увидите какой-то классный результат, пока вы со мной 21 день, пока я вам отвечаю на вопросы. И больше не захотите от этого отказаться. И будете только хорошеть, хорошеть и хорошеть. И еще друзьям своим порекомендуйте программу Detox 21. Вот, собственно говоря, на это у меня и прицел. То есть в программе есть большое количество, ну, тех вещей, которые я могу вам рассказать. Но обычно не рассказываю, потому что мало времени. Технологии, которые сделают вас через 21 день более чистым, более накормленным человеком. Человеком, у которого меньше условно-патогенных всяких ребят живут, в котором более спокойный человек, более маловесный человек, если у вас, конечно, есть задача сбросить вес. И человек, у которого снижен градус интоксикации. Просто присоединяйтесь. Мы уже начали, на самом деле. Я в чате, я вам буду помогать, и мы с вами это сделаем. Хороших вам результатов!